В центре поселка за гостиницей «Звезда» лишь в этом году открылся сквер имени поэта Самарского края Петра Петрищева. Поэт жил в Алексеевке и написал о ней много стихов. Не случайно онлайн-путешествие по Алексеевке начинается именно с этого сквера. Елена Петрова создала свой проект в память о дедушке Петре Петрищеве. На платформе Easy Travel школьница знакомит туристов и местных жителей с историей родного поселка на 5 языках – французском, английском, испанском, китайском и русском. Проект стал победителем номинации «Моя гостеприимная Россия» всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». У меня были слезы на глазах, то есть это были слезы радости. То есть мне говорили, да что ты, московский уровень, да как так-то? Но мы с мамой верили. Я думаю, конечно, они помогают в реализации, так как ты все свои мысли, все свое творчество вкладываешь в свой проект и делишься этим, и доставляешь радости себе и окружающим. Проект Елены Петровой – мультиязычный аудиогид Алексеевка Самарской области «Крылатый поселок над Самаркой рекой» полностью реализован. Но участница конкурса планирует дополнять аудиоэкскурсии новыми знаковыми местами поселка. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития региона. Школьники, молодые специалисты и студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы к ЕГЭ. Президент в послании Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с краеведением, с народным творчеством, сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч молодых людей из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Осенью стартует 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс улучшить жизнь своего региона. Создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный – и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Елена Малютина, Максим Гусев. События.